По предварительной информации, погибшего мужчину обнаружила его гражданская супруга. Полицейским женщина пояснила, что открыла дверь квартиры своим ключом и нашла сожителя на кухне в луже крови. По мнению экспертов, с момента смерти человека прошел уже не один час. Я говорю, у меня, по-моему, труп на кухне лежит. Они говорят, если труп, вызывайте сразу милицию. Вот я 02 позвонила, потом мне дали другой еще номер телефона. Никто из запрошенных полицейскими соседей ничего о случившемся не знал. Явных следов борьбы в квартире не было, однако и на самоубийство этот случай, по мнению оперативников, не похож. А вот сожительница мужчина встретила стражей порядка в изрядном подпитии. Разумеется, это ни о чем пока не говорит, тем более, что о жизни хозяина квартиры известно совсем немного. Одну из комнат своей квартиры мужчина сдавал неким квартирантам. По предварительным данным, они съехали за некоторое время до этого случая. Однако у них могли остаться ключи от квартиры. Так что полицейским предстоит найти этих людей и выяснить, имеют ли они какое-нибудь отношение к данному происшествию. Большую часть ночи на месте работали эксперты-криминалисты. Выводы о возможных причинах трагедии полицейские делать пока не спешат. Женщину доставили в отдел полиции, чтобы она могла прийти в себя и дать более подробные показания. Искандер Толбаев, Александр Царегородцев, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.